приветствую на моем канале. Меня зовут Сергей Отчик. Все как всегда, ничего не изменилось. Я жив-здоров. Куда же я пропадал? Сегодня как раз-таки мы и поговорим о том, где я был, куда я пропадал, почему не снимал видео. Потому что многие спрашивали. Я чувствовал вот это нагнетенное состояние. Мол, все спрашивают, да, Сережа, где видео? Почему не снимаешь? Какое следующее видео? Почему так долго не выходят видосы? Мне приятно, что такое пишут, с учетом моей немногочисленной аудитории. Но тем не менее, я не мог не отозваться, и пора что-то уже снять. Тем более, материала накопилось достаточно много, и мне будет о чем вам рассказать. Начнем с того, где я работаю. Почему мы начнем с этого? Видите ли, моя официальная работа связана с людьми с ограниченными возможностями. Работа моя заключается в том, чтобы иногда готовить спортсменов на соревнования, спортсменов-инвалидов, конечно же, и возить их туда. Работать я начал недавно, и мой дебютный выезд как раз случился в середине и в конце мая в городе Курган. Я ездил с глухим спортсменом на соревнования на чемпионат России по армрестлингу. В принципе, моя стезя, я там немного понимаю, и взял на себя смелость провести с ним несколько тренировок, так как с ним еще два тренера работает. Я был не главным и не принципиальным тренером. Так вот, мы съездили в Курган на чемпионат России по армрестлингу среди глухих. К сожалению, мой спортсмен не занял должного результата, но тем не менее, поборолся, получил опыт, и в принципе это было ему интересно. Он остался доволен, не расстроился, готов работать дальше, он мотивирован. Все прекрасно. И в принципе для инвалидов очень важно такие движения, вывозы на соревнования, различные поездки, мероприятия и все в этом роде. Потому что когда человек отчаивается в связи с ограничением его здоровья, он может замкнуться, закостенеть, стать анахронизмом в неком роде и просто потерять интерес к жизни. Чтобы такого не случилось, существует адаптивное направление, то есть направление работы с людьми с ограниченными возможностями. И ваш покорный слуга смог побороться с людьми различных весовых категорий. Это было интересно. Я прогулялся, поборолся со всеми, с кем только мог. Спортсмены с интересом подходили ко мне, боролись, пытались со мной общаться, но, к сожалению, языка глухонемых я не знаю. И, пожалуй, это и не нужно было, потому что мы достаточно хорошо друг друга понимали. Со многими я опять-таки познакомился. И фрагменты борьбы будут где-нибудь вот тут, либо на фоне. Пусть это и моя работа, такие выезды для меня как выходной, как отдых, потому что путешествуя, я расслабляюсь и отдыхаю. Это действительно интересно путешествовать. Даже пусть не за границу, хотя бы в ближайшие города, даже не ближайшие, в разные города России. Довольно-таки интересно, ведь Россия необъятная и так огромна, и хочется ее всю посмотреть. Никогда не разделял тяги людей путешествовать в другие страны. Не знаю почему, я не славянофил, и подумайте. Так вот, следует помнить, что работая еще и не на официальной работе, по приезду с командировки с основной работы, я сразу приступил к работе неофициальной. Неофициальная работа занимает почти все мое время, поэтому на учебу в университете мне тоже не хватало времени, и поэтому пары я не посещал, накопил кучу долгов, и это является еще одной моей проблемой, но с этим я как-нибудь справлюсь. Спустя некоторое время с основной работы в школе мне пришло заманчивое предложение. Так сложилось, что инклюзивный ресурсный центр в Самаре, занимающийся работой с инвалидами и здоровыми людьми, пригласил меня на дополнительное обучение. Эта поездка отняла у меня 10 дней в начале июня, и поэтому по понятным причинам снимать я опять не мог. Но, к сожалению, когда я был в Самаре 7 по 17, позволить себе заниматься спортом я уже не мог. Наверное, я сниму видео на эту тему. Дело в том, что 1 июня я был на процедуре, которая называется «Правка Атланта». Кому интересно, можете загуглить, кому не интересно, можете забить. Но, тем не менее, я, наверное, сниму видео на эту тему. Но не будем сегодня вдаваться в подробности. Мне сделали правку Атланта, то есть правку шейных позвонков. И после этого заниматься спортом я месяц как минимум не мог. Ну как месяц? Конечно же, где-то в числах 25-20 я уже занимался, потому что тело ломило. Я приступил к легким тренировкам, к щадящим. Но где-то с 1 по 20 я заниматься совсем не мог. То есть растерял свою форму. Приехал я в совсем ужасной форме, когда встал за стол со спортсменами. Чувствовал ужасную слабость, хоть я смог с ними бороться, но тем не менее чувствовал слабость, чувствовалась еще боль в шее. Поэтому я оставил щадящий режим, и уже с 1 июля я начинал заниматься более серьезно, уже начал брать веса,
и спарринговаться. Что следует рассказать? Так долго в другом городе один я еще не находился. Ну, относительно один. Меня поселили с инвалидом, колясочником, но этот парень оказался более бойким, чем я. Звали его Антон, очень интересный парень, очень необычный, и на самом деле я не ожидал, что инвалиды могут жить более полной жизнью, чем здоровые. По крайней мере, я слышал об этом, но чтобы видеть воочию, мне еще не приходилось. Обучение мое проходило не так, как вы можете себе представить. Обучение проходило в форме некого взаимодействия в различных мероприятиях здоровых людей и людей с ограниченными возможностями. Как раз инклюзивный ресурсный центр, который пригласил меня в Самару на обучение в адаптивном направлении, как раз обеспечил мне все необходимое. Проживание, командировочные деньги и все в этом духе. Я только чем не занимался. Вы подумаете, наверное, если человек отправлен на дополнительное обучение, это обязательно присутствие на лекциях, какие-то дополнительные семинары и все в этом роде, но инклюзивный ресурсный центр, он обеспечил нас интереснейшей деятельностью. Под интереснейшей деятельностью я подразумеваю различную деятельность, напрямую не связанную с фундаментальными науками. Напротив, все обучение проходило в роли такой некой практики. Я учился взаимодействовать с инвалидами, будучи здоровым. Это и есть инклюзивное направление. Мы побывали на фестивале «Волгофест», поприсутствовали в качестве волонтеров. Я занимался валянием из шерсти, мокрым валянием, занимался гончарным делом. Я посмотрел, как работает система отжига. Все это проходило в роли мастер-класса. Одно из самых главных, что я приобрел в Самаре, это люди, новые знакомства, новые направления, новые возможности. Я в восторге от этой поездки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте об этих видео друзьям и обязательно юзайте колокольчик, потому что без этого колокольчика вы не будете видеть моих видео. YouTube немного поломан и не всегда может оповещать вас своевременно о новых видео. За всем все, я отклоняюсь. Теперь точно пока.